идем кушать бургеры в Burger Fuel. И вот у них своя машина здесь стоит, такая винтажная, крутая машина. Хреново уже просто, особо не видно. А вот сам Burger Fuel, куда мы идем кушать бургеры, healthy бургеры, здоровые классные бургеры. Let's go. Вот этот бренд очень популярен в Новой Зеландии, и не только вроде. Но он не международный, он начался в Новой Зеландии как маленький бренд. Они производят такие healthy бургеры. Все настоящее, все при тебе готовится. Очень дорогое. Ну где-то в среднем 10 баксов бургер стоит, наверное. А вот меню для детей. Изучаем меню. Видите, гурме, вегетарианские бургеры. Органические, значит, ингредиенты. Ну, смотрим цены сами. Я тут уже, короче, не буду переводить. Дальше идут у нас низкокалорийные. Карбюратор, короче. Это вот картошечка. Вот это самое классное, кстати, спад прайс. А это уже такая жареная кумара. Индийская картошка, она сладкая. Ну и вот дринки потом идут. И опять детское меню. Смотрим все на другой стороне. У нас натуральное меню теперь. Вот идет биф. Говядина, значит, бамбина, гамбургер. Все крутые гамбургеры, я вас уверяю. Будете в Новой Зеландии, если просто сразу идите кушать Burger Fuel. Очень вкусно. Вот и все, вот такое вот меню. А вот сам, значит, бренда. Там по истории вообще три пацана молодых начали развивать. Ну и сейчас, соответственно, миллиардеры, наверное, уже. Все у них рестораны в одном классном стиле таком. Надо же все видео сделать, как это все выглядит. А потом уже можно есть. Сначала никто не ест ничего. Вот это называется мотобайты. Это вегетарианский став такой внутри, там морковка, короче. А это вот офигенный бургер. Вот этот соус называется айоли. Всем советую. А это мой бургер вот такой крутой. Надо его уничтожить просто сейчас. Находимся в магазине Бискас. Что? Hentalos. Do you speak Russian, no? Hentalos. Hentalos. I don't know what is that. Hentalos. Speak Russian. Но попасть в Бискас на такие классные вот, допустим, дисконты. 40-40. И это все, кстати, правда. Вот реально прям правда. Вот. Был сколько там? Не врубаюсь, короче. А был 119, стал 59, видите. Дисконты вообще чуткие здесь. Везде сейчас вот по 40%, есть 50. Вот мы поэтому и покупаем. И в Бискас такое часто происходит. Вообще классный магазин. Вон 50%. Вот 50% опять. Супер, просто приезжаешь и набираешь. Но мы сейчас вот только заехали, поэтому нам надо набирать. И мы вот набираем классные такие коврики. Видите, они вообще прям такие всякие мягонькие полотенчики. Элеонор! Блю! Плантинчики.
Везде скидки, смотрите, везде скидки. Надо все покупать. Сковородка за 10 баксов. This washer safe. 50. О, можно ее даже в этом. And it's yellow. Oh, maybe we'll like the green one. Right? Посудомоечную применять. Надо брать, надо брать. Вот сейчас. Oh, you have diameter. It's different lid. Надо брать, надо брать. 178 баксов мы купили. Сковородка, сковородка, нож, один, второй коврик, два матрас протектора, что еще, да и все, в принципе, 178 баксов, с конскими скидками на 40, по 40%, по 50%, вот такие вот цены. А сейчас поехали мы через дорогу вот в этот магазин Warehouse называется, там все вообще дешево. Тоже не сам, только немножко другое. Это Тида. Это Элеонор тачка. Теперь купили два стула со скидкой. Один стул стоит 30 баксов, но они такие высокие, вот стулья вот такого характера. Барные, в общем. И мы купили два на 60. 10 баксов отдали за урну. 15 баксов за коврик. Все за скидки. Такой вот магазин Warehouse. Зима приходит. Становится очень темно уже. И очень быстро. Сходили в магазин. Стулья. Становится уже всего много здесь. Вообще.